привет, с вами Мария Лэнд, и сегодня у меня новая идея для личного дневника. Давайте сделаем страничку дружбы, посвятим ее лучшей своей подружке. У нас у многих есть друзья, подруги, мы их очень сильно любим, многим благодарны, так что такая страничка никогда не бывает лишней, всегда приятно будет зайти на нее, вспомнить, как вы познакомились, перечитать что-то, пересмотреть и улыбнуться лишний раз. Давай начнем. Нарисуем нашу подругу, вы можете вклеить фотографию, если у вас она есть. Сюда я хочу приклеить такую распечаточку, вы можете взять любую, которая у вас есть на тему дружбы, или может быть ваша какая-нибудь памятная штучка. Вот такая страничка-анкета про лучшую подругу у нас вышла в этот раз. Обязательно ставь лайк, пиши комментарий, если такая тема тебе интересна и понравилась. И, конечно, подписывайся на канал, жми на колокольчик, чтобы всегда узнавать первым о выходе нового видео. А я с вами прощаюсь. Ловите момент, была с вами Мария Лэнд. Пока-пока.